Только взяла 10 минут назад в руки камеру. Хотела рассказать вам, что вчера, после того, как я уже сняла предыдущее видео, после того, как я поела, мне удалось сделать заказ. Все, платеж прошел, все нормально. И они должны были сегодня приехать, время я выбрала, с 10 до 11:30. И вот без 10:10, думаю, ну надо уже так приготовиться. На всякий случай, сейчас возьму камеру. Так сказать, со вступительным словом. А тут бас, и тут телефон мне звонит. Ой, выходи, мы уже приехали. Здрасте. Спасибо. Ну, вышла. Вышла быстренько. Ой, они, знаете, хватают все эти сумки и тащат тебе. Где твоя дверь? Это вот тут. Я говорю, ты оставь на крыльце. Я занесу. Хорошо. Оставил на крыльце. Все притащили. Ну, такого. Всякой чепухи, как я уже говорила, она купила там. То орешки, то шоколадки. Ой, так, сейчас это подниму наверх. И так, трошки расскажу. Ой, огурчик такой красивый там. Морковочку вижу. Что там еще? Бумажка. Сеточка с киви. Чтобы я ими объелась. Киви. Не, не киви. Авокадо. Слушайте, я все время их путаю. Киви и авокадо. Думаешь одно, говоришь другое. Так, клубничка там вот замороженная. Ладно. Сейчас быстренько поставлю камеру на штатив. И, ой, расскажу и покажу. Погода хорошая сегодня, дождя нету. Может быть, даже удастся что-то постирать. Не знаю, посмотрю. Приступаю к разборке. Это же не повытаскивала. Ой, из пакетиков, чтобы побыстрее разобрать это уже. И попихать. Буду смотреть в компьютер, потому что цен не помню. А, и хоть посмотреть... Что там привезли? Так, это крем-чиз. Крем-чиз. Ой, знаете, что хочу сказать. Вот покупаешь каждый раз одно и то же. Аж противно. Захожу я когда в супермаркет, а там, боже мой, какой выбор таких продуктов. А мне почему-то их не хочется, почему-то их не нужно. Я всегда думаю, кто это все покупает? Вот кто это все покупает? Ну кто-то ж покупает эти бутылочки, коробочки, все это. Просто кошмар какой-то. А я покупаю одно и то же. Одно и то же. Потому что мне это вкусно. И мне этого хочется. Так, ладно. Крем-чиз. Крем-чиз. Ну, такой. Жирный-жирный творог. 250 грамм. 4,50 коробочка. Следующее, что там идет. Ветчина. Ветчина. Ну, такая. Нарезанная. Нарезанная. Так. Нет. Вроде бы не вверх ногами, но такая порезанная. А почему она? А, 5 долларов каждая штука, 10 долларов. В каждой 200 грамм. То есть 400 грамм получается 10 долларов. 400 грамм. Это сообщение пришло на тот телефон. Так, дальше. А, фета, фета, фета. Фета, ну это тоже типа творога, только соленого. Соленого я выбираю... Называется reduced salt, то есть меньше соли. Бывает он больше соленый, меньше соленый. Это ж мой любимый салат. Мой любимый салат с киви, с огурцом и с этим, с авокадо. Две штучки, две штучки. 7,80. Каждая по 3,90, по 200 грамм. Тут у меня сыры, сыры, сыры. Разные. Так, дальше. Дальше. Такой сыр. Ой, так неудобно смотреть, когда чека нету. 7,90. 7,90, полкилограмма. Надо как-то по-другому куб, наверное, поставить. 7,90, такой полкилограмма. Хороший сыр чеддер. Чеддер. Так, дальше. Такой сыр Гопала. Гопала 6,40 стоит. Нет, это, да, Гопала, Гопала это бренд, а сыр Панир. Это такой, тоже, знаете, все типа двух. Пожаришь его, вылитые сырники на вкус. Вот такие, мне нравится.
Использовать до 12 августа. Так, используем. И два вот таких вот. Ой-то, стой. Кулечек. Я сейчас этот кулечек все сложу. И два таких вот сыра. Камамбер. А тот, который я больше всего люблю, его Countdown, это где я делаю заказ в этом супермаркете, он этот бренд не продает. Это есть только New World у нас и Pack and Save. Ну, такие вот два. А этот тоже ничего. В прошлый раз я брала. Мне понравилось. На вкус ничего. Хороший вкус. Не такой ядрёный какой-то, соленый, как я брала там еще два бренда. Есть и можно. Есть и можно. Так, сейчас я все это покидаю, вот этот кулечек назад. Ой, очень неудобно. Но, знаете, экономия бумаги. Тебе не пишут, на это. Так, иди туда. Следующий пакетик. Тут у нас идут эти. Сейчас я поднимусь на стульчике чуть-чуть повыше. Для чего же я купила стульчик? Для того, чтобы сидеть как на жердочке. Так, значит, здесь идет. Что здесь идет? Здесь идет вот такая сеточка с авокадами. Сеточка с авокадами $5. Тут килограмм. Килограмм авокадо $5. Хорошая авокадо, правда, зеленая, как буба. Будет долго спеть, стоять тут у меня на столе. А у меня там есть еще 1,5 штуки. Пока хватит, ну пока поспей. Можно было купить 2 по 2,50 штука. Можно было купить 2 на $5, ну либо килограмм. Ничего, килограмм. Хорошая, крупная. Я в прошлый раз видела такие авокадо там, в Countdown, когда мы с вами были. Или я без вас была, я уже не помню, как я ходила. То я как-то их не взяла, надо было взять. Так, дальше. Что тут еще? Помидоры. Ну, помидоры тут это, знаете, тоскливо смотреть на эти помидоры. Потому что, а где оно? Vegetable carrots. Томату. 600 грамм. $8. $8, 4 помидорчика. Каждый помидорчик $1,5. Ой, охренеть. Ой, как посмотришь. Один помидорчик съел $1,5. Съел. Огурчик к нему закусил. $5. $5 штука. Ну, делим все на 10. Делим все на 10 и понимаем, что если у тебя доход 1500, то это как бы 150. Вот так легче на 10 делить. И для себя легче посчитать. И огурчик 50 копеек. Ну, так ничего. И помидоры 80 копеек тогда получается. А так вроде бы ничего. Вот. Так, еще. Четыре морковки. Почем они? На $1.44. $1.44, они по 3,20 килограмм. 4 морковки, а вроде бы 5 должно быть. А, не помню. Ну, где-то, наверное, в другой пакет. Наверное, я вытащила не из того пакета. Ой, морковка, какая тут хорошая морковка, товарищи. Она такая сладкая, сочная, класс. А у нас, там, где я жила, в этом, в Каменском, там морковка была всегда, если ты покупал там не какую-то привозную, кто там ее привозил, местную покупали. А там такая более земля солончаковая, соленая. Там даже вода рядом с Каменским, там же есть район Царычанка, там минеральная вода Царычанская, она такая соленая. Там все это будет, вот эти вот все буряки и морковка были, знаете, довольно часто с солоноватым привкусом, а тут, конечно, замечательно. Так, чеснок. Чеснок 4,20. Я хочу его почистить, вырвать на балконе тот, который уже там отжил свое, и который я уже объела, знаете, как вот коза. Пришла там, общипала со всех сторон. И прорастить, посадить новенький. Новенький на зелень пойдет. 4,20. Так, киви. Кажется, киви. Ну, не буду все вытаскивать. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Могла бы покрупнее выбрать, кто там их выбирал. Наверное, не было покрупнее. А, так, киви, голд, 2,70. Вот она 2,70, 6 штук. Ну, вот смотрите. Сейчас я вам покажу картошку. А вот картошку, когда ты напишешь, там 5 штук. Ну, потому что на вес что надо будет вывешиваться.
Так тебе выберут самую здоровенную. Вот такой. 5 штук этой картошки, что я даже в руках ее не удержу. А где она? Потейто. На 5,19. Ну там еще одна в пакете. Она картошка уже как картошка. Так и берешь в руку, маешь весь. Это точно. Так, ну кое-что скину туда в пакетик. Ой, слушайте, вот так посмотреть, вроде бы и немного было пакетиков. А вот так вот, если подумать, что тебе надо это все притащить, так тут знаете, как хорошо? Он же тебе взял и принес это все по списку купленное. А если ты будешь это покупать в супермаркете, так тебе обязательно что-нибудь еще там поперед глазами появится. И ты это, то, что поперед глазами, ты это обязательно еще сунешь себе в тележку. Так, это куриные, сколько ж тут их? По 9,90 килограмм, 6,14, 600 грамм, эти куриные крылья. Только куриные крылья, как бы сказать, вот эти плечи одни, без этого. Без рук. Ой, а пакетики, у меня столько этих пакетиков, в них так хорошо потом складывать в эти пакетики, как это, ну, тоже на переработку. Вот это я их потом складываю, они у меня кучкой там лежат такие. И потом я их так использую, так хорошо. Пошел, все в них сложил, отнес мусор. А эти пакетики, да, прямо с пакетиком выбрасывают. Так классно, смотрите. Упаковала и вперед, и с песнями. Так, курица, ладно, курица пошла пока туда. Дальше. Идет из категории выпечка, называется. Смотрите, говорила, что накуплю всякого. Значит, что я накупила? Накупила аракиса такого. Знаете, я в прошлый раз не смогла его найти в супермаркете. Я не знаю, как находят эти, которые тут ездят по супермаркету со своими тачками. Смотрите, вот такие классные орешки. Я купила в прошлый раз, как бы сказать, на пробу, этих не нашла. Три штуки по $2. Вот это на $6. Каждая сколько тут вес? 200 грамм. То есть на $6 600 грамм. А, это получается $10 килограмм. Так вот, в прошлый раз я купила орехи такие, арахис. Знаете, они были такие белые, сырые. Ну, написано, как бы там кипятком или чем-то их там обдавали. Ну, в общем, что-то такое там с ними делали. Микробов, наверное, чтобы поубивать. Ну, попробовала, но невкусно, ужасно. Может, из них надо перемалывать и какую-то делать арахисовую муку, если кто-то хочет. Не знаю. Поэтому я их на сковородку и жарила. Ничего, поджарились, хорошо. Так, это семечки. Какое счастье, что их не надо грызть. Тут 300 грамм. 300 грамм. А, сейчас посмотрю, сколько это стоит. Стоит это... 300 грамм, 3,50. Не туда смотрю, извините. Нет, туда же смотрю. 3,50, 300 грамм, $7. 3,50, 300 грамм. А я еще покупала 100-граммовые по $1.30. Тогда 300 грамм получалось там 3,90. О, это даже еще и дешевле. Вот я где-то отсыпаю на сковородку третью часть. 5 минут на сильном огне. Все время перемешиваешь. Да, такие классные получаются семечки. Класс. Это полезно для здоровья. И на кето диете. А, еще, кстати, в прошлый раз, когда я купила, вот там оно у меня лежит, еще это печенье. Сейчас я покажу. Я его еще и близко. Ну, вот это вот я покупала, там, печенье Орео, там такое печенье Славика. А, одна какая-то зрительница мне написала, что тут она говорит про здоровое питание, тут покупает печенье. Я думаю, люди очень неправильно понимают слово «здоровое питание». Здоровое питание – это значит, ты можешь есть все, только понемножку. Всего можно понемножку. Не обжираться и не обпиваться. Здоровое питание – это не пить алкоголь, водочку и закусить потом водочку. Так, знаете, хорошо намять что-нибудь такое. Потом, это не обожраться целой сковородкой картошки жареной на сале.
это не обожраться там. Я была очень удивлена, когда я в русских пабликах начала читать про пельмени, что они едят с майонезом. Мне это было так странно. Мне даже со сметаной было странно. Но со сметаной я могу в виде супа сварить пельмени и в виде супа. Вот тогда туда в водичку я могу добавить зеленого лука и чуть-чуть сметанки. А что в майонез? Я вообще с уксусом. Я любила всегда с уксусом как-то. А тут с майонезом. Так если ты навернул пачечку полкилограммовой пельменей с майонезом, то это будет вредная еда. А если ты съел полпачечки с уксусом, то это не будет вредная еда. Еда не может быть вредная. Вредное ее количество. Или если даже ты какие-то там чипсы, которые тоже считаются такой как бы никчемная еда. Если ты, конечно, их там съел жменьку на здоровье. А если ты их упорол целую эту вот коробочку, в которой они запечатаны, ну то тогда извини. Или напитки. Ну, напитки, конечно, это особая история. Напитки. Особенно вот эти, которые там энерджайзер. Это значит, туда сахара нашарабанили или еще что-нибудь такое. И я когда смотрю, люди пьют их, я не пью такого. Я даже вот как-то покупала с какой-то позапрошлой доставкой вот эти всякие напитки, которые на сахарозаменители, которые там без кофеина. Ну, выпила там по стаканчику в день, через день, а то и забыла про них, они у меня стояли там в шкафу внизу. А потом я подумала, зачем я их покупаю? Я как-то вот купила. А потом они у меня переходят в категории «надо выпить». Вот раз ты купила, тебе надо выпить. И я подумала, раз я купила, и мне это надо выпить, они мне хоть, так я и покупать больше этого не буду никогда. Зачем мне? Я лучше вон из морозильника взяла замороженные фрукты, туда кипяточку налила, раздавила это все там, и получается такой компотик. Так, значит, это у нас получилось. На 7 долларов. Так, что у нас тут дальше предлагают? Ой, сейчас как бы со стульчика не слететь. Купила я яиц вот таких вот упакованных. Номер 7. Хорошие яйца. Крупные. Здесь их по 6 штук получается. Вот, смотрите. Ой, они даже с печатями. У нас никогда здесь раньше не были с печатями. А тут что-то написано, BN504. Курочка с печатью дает теперь. Ой, так. Курочка снесла яичко и печать поставила. Значит, я купила таких 3 упаковки. Это получается 6,3,18. И заплатила я за них, сейчас скажу сколько, 16,80. Ну, в общем, каждое яичко получилось дешевле, чем 1 доллар. А так там еще другие, там их море разных брендов, то там получается одно яичко и доллар 20, и это, ну там если в пересчете. Так, купила две шоколадки такие классные, а почем они? 4,50 и 4,80, значит 92% шоколада, то есть тут практически нет углеводов, 14% написано, то есть практически без сахара. Знаете, я вообще раньше не понимала, как люди любят черный шоколад. Мне казалось, ой, это такое, какое-то там оно будет горькое. А знаете, я так его полюбила. Вот он не горький, он, когда ты его так во рту, он такой получается классный вкус, какой-то вот это вот вкус такого какао. И ты съел там, ну, пару этих квадратиков. Ой, так классно. А вот этот, который там всякие молочные, еще прочие, которые там понапихано сахара, там, я смотрю, до 50% сахара идет. Да не, я не хочу, зачем мне? Значит, это наш новозеландский шоколад. А это я, по-моему, еще не брала. А это, то есть это на обычном сахаре. И тут на 100 грамм его 14 грамм сахара. Ну так где-то, чайная ложечка, да? А это... European Single. Это бельгийский. Это бельгийский, 84%. Тоже 100-граммовая пачечка. Этот на сахарозаменители. Попробую. Я здесь другой какой-то пробовала на сахарозаменители. Теперь попробую этот. Этот на стевии. Вот видите, смотрите. Тут стевия. Стевия, так, 1,480, 1,450. Так, что еще осталось?
А, вот. Осталось, значит, не только это. Осталось еще мочалки вот такие. 4,60. 4,60. Сколько же их тут? 4 штучки. Ой, обалдеть. 4,60. То есть это каждая $1.15 мочалка. Ну, на все по доллару. Все по доллару, все по доллару. Ну или близко к доллару. Что мочалка, что яйцо. Ну это посуду мыть. Потому что они так быстро как-то затираются и становятся такими. Так, это я купила очень дешевую какую-то, попробую, какая она, посмотрю. Туалетная бумага, всего 4,50, 12 штук. Почему я сказала всего 4,50? Потому что пара других брендов, $10 такая упаковка, 8, по-моему, какая-то с чем-то долларов упаковка, такая же. Тоже тут их сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тут 6, 12 штук. А это 4,50. Ну, посмотрю. Мне кажется, я уже брала такую бумагу. И мне кажется, она была такая, хорошая. Ну, и еще один пакетик. Пока тут разговариваю, так еще и размерзнется. Это тут замороженная. Это замороженная клубника. Полкилограмма, $8. Смотрите. Класс. Знаете, ее если так берешь, разморозила, она прям как свежая. Такая хорошая, крупная клубника. Вот такая вот, она не резаная, ничего. А целыми такими ягодками. Мне нравится эта клубника. И вот это ж я купила то, что всегда. То, что я люблю, замороженное брокколи и цветная капуста. Вот такими цветочками. Очень хороший бренд. Здесь 750 грамм. Стоит всего $5.20. Вот это так замечательно. Мне очень понравилось вот этот вот именно, ну вот в этой упаковке, именно вот это вот брокколи и цветная капуста. Знаете, ну класс. Вот я беру в мисочку, отсыпала. Еще, если она так, ну, сильно заморожена, я так беру просто чуть-чуть водой ее с полоской. Для чего? Ну, чтобы немножечко вот это вот она разморозилась. Там налила водички холодной из крана, вылила. Накрыла крышечкой в микроволновку. Могу еще сверху там положить кусочек масла, если я не буду поливать никакой подливой. А если у меня там какая-нибудь подлива имеется, или какой-нибудь там соус, ну тогда вообще без ничего. Ставлю на 6 минут. Через 6 минут замечательно. Все готово. И пожалуйста, такой у тебя классный гарнир. Угу. Ой, товарищи, а представьте себе, что вот это мне нужно было попереться, все это. И притаскать на горбяке. Значит, сколько я за это заплатила? Значит, я заплатила за продукты. Вот, $145.85. Плюс $1.50 они берут за пакеты. И плюс $14. Ну, имеется в виду за доставку. Но в эти $14 входит не только доставка, а вот это же. То, что тебе собирали, ходили по супермаркету, это надо... Ну, я не знаю, для меня так это надо... Наверное, ну, как минимум час времени убить. Ну, не час, может быть, там где-то минут 40. Ну, вот я смотрю, если я с супермаркета снимаю там видео 25 минут, так что это я все снимаю? Я там шла, ходила, смотрела, а на видео попадает в супермаркете только кусочек. Да, где-то час и получается. У меня, в общем-то, если пойти в супермаркет, 2 часа это минимум с дорогой. А то и больше. Ну, тут, правда, тоже пока выбираешь, время отнимает. Ну, выбираешь, это же ты что, брык на кроватке лежишь, тут чаек пьешь, тут новости какие-то просматриваешь. Между делом делаешь это. Поэтому, если бы у меня заказ был больше, чем на $200, то они удешевили доставку. Тогда они делают $9 доставку. Ну, мне не надо на $200, всего я и так достаточно. Всякого накупила для души. Семечки и орешки, слушайте. Умереть не встать, семечки и орешки. Ну, не тортики какие-то, а это очень полезно кушать, семечки и орешки. Ой, ну, в общем, я вам рассказала, доложилась. Такой хороший день, хорошо начался. День замечательный, солнечный. Сейчас вот тут с вами закончу и быстро пойду поставлю там кое-что постирать. Что значит поставлю? Порошочка насыплю, ну, его в воде развожу немножко. Машину, и машина будет тебе стирать. Потом выставил на балконе, и вуаля, оно тебе уже готово. Ну, все. Я вам рассказала,
Желаю вам всего доброго. Поспите хорошо, а потом пусть у вас будет хороший и добрый день. Угу. Пока.